Клавдия Михайловна Пименова и сегодня, спустя 70 лет после Великой Победы, помнит звук разрывающихся снарядов, свист пуль и небо, гудящее от грохота истребителей. Она пошла на фронт, будучи 18-летней девчонкой, и сегодня, вспоминая переломный 42-й год, говорит: «Всяко было». Однажды, передавая сообщение на аэродроме Толочино, а наша героиня попала в авиационную часть под Минском, она услышала звук падающих бомб. В отличие от многих своих товарищей, Клавдии Михайловне удалось спастись. Вспоминая свои фронтовые будни, наша героиня на протяжении всей беседы была серьезной. И лишь заканчивая свой рассказ «Победной весной 45-го», улыбнулась от счастья. Это было под Кёнигсбергом. Наша стояла. Прибегают мальчишки. Девчонки, вставайте, война кончилась. А мы давай танцевать уже. Обрадовались, как же. После войны наша героиня волею судьбы оказалась в Кобрине и до пенсии работала воспитателем в детском саду. Сегодня Клавдии Михайловне 92. По состоянию здоровья пожилая женщина не может самостоятельно ходить, однако, по словам ее социального работника Натальи Мартунюк, наша героиня никогда не унывает и радуется каждому мирному дню. Несмотря ни на что, у нее всегда хорошее настроение. С помощью службы, родственников, племянницы, племянника, которые ее поддерживают всячески. Антонина Обухова – ветеран Великой Отечественной войны. Много лет отдала службе в правоохранительных органах. Ее супруг работал в Следственном комитете. Вместе они защищали и восстанавливали родные края, растили детей и служили родине. К сожалению, мужа Антонины Андриановны несколько десятилетий назад забрала болезнь. Однако женщина не осталась в одиночестве. Кроме большой и дружной семьи, в числе ее близких – сотрудники ведомства, в котором трудился супруг. Представители Следственного комитета стараются навещать Антонину Обухову как можно чаще и обязательно в преддверии больших праздников, таких как День Победы. Человек великой любви к жизни, к миру, к людям, человек величайшего сердца, добра и радости. И это живая история. И какое счастье прикоснуться к этой живой истории, узнать о том, как им было сложно, как им было тяжело, но не справились. Вы посмотрите, сколько энергии, сколько радости в том человеке, несмотря на то, что ей 90 лет. Это великая радость в День Победы поздравлять живых ветеранов. Гостям Антонина Андриановна всегда рада. Время встречи накануне 9 мая посетовала только на то, что проходит она не как обычно в уютной домашней обстановке, а в стенах больницы. Но унывает не в характере людей поколения войны. Антонина Андриановна заверила и съемочную группу, и своих визитеров, и Следственного комитета, что скоро поправится, и тогда непременно пригласит всех на домашние пироги. Я желаю, чтобы был мир. Это было всегда и во всех пожеланиях. Я хочу, чтобы был мир, чтобы все были мирным, с мирным жили, чтобы все были здоровые, чтобы все были красивые. Виктория Драгобецкая, Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.